на день будем выключать. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня что-то плохое настроение. Мне надо будет сегодня целый день провести с лопатой. Вообще не хочется, но надо. Пошли со мной покопаем, пожалуйста. О, вдвоем встречают, кушать хотят. Павлина, вы что, голодные? Обычно по утрам мы с вами открываем эту дверь. И вываливается гора цыплят. Но сейчас у нас тут сидит 4 квочки. Угу. И сидят на куриных и на павлиньих яйцах. Все хорошо. Яйца горячие. Павлини горячие. Куриные тем более. Так, продолжайте сидеть. Сиди. Молодцы. Сидят, все нормально пока что по инкубации у нас, а вся банда у нас сейчас за этими дверями. Копать нам надо следующее. В нашем гараже мы же будем заливать пол бетонный, но заливать же мы его не можем на дерн, на чернозем. Поэтому это надо полностью все отсюда снять. Но такого еще не было. В прямом эфире взял, распушил его хвост. И вывести отсюда, а привезти сюда слой песка. И тогда уже можно заливать. Так что всех кормим и приступаем к работе. Денёшки, кушать. Пошли. Не, ну я поражаюсь, он поздоровел за один день. Дини. Пошли. Дик, нельзя. А что так слабо кушаете? Без молока вам не так вкусно, что ли? О, да вы зажрались, свинки. Шанелька, Негришка, пошли. Нет.
что мы тут делаем? Удивительно, Дик не лежит. Где-то ходит, гуляет. Сейчас мы ему еще таблеточек дадим. Попробуем так дать. Может, с рыбьим жиром он ее их как-нибудь скушает. Надеюсь, вылежит это все. Дик, ну как дела? Уже за котом охотится. Это не бульки, это тебе. На, кушай. Кушать. Он ради этого рыбьего жира даже съедает таблетку. Давай. Никогда не думал, что же собаки так любят рыбий жир. Молодец. Уколы будешь сегодня получать? Будешь и уколы получать сегодня. Мы тебя быстро поставим на ноги. За день и уже ходит. А какой слой нужно снимать? Надо снять сначала вот этот слой, который мы выкопали сюда, накидали, а потом еще столько дерна. Что-то я вот на полтачки я уже понял, что-то я для одного человека поставил задачи невыполнимые. Тут надо бригада. Ну посмотрим, как пойдет. Ну, вроде бы долго идет. Я пока что снимаю только тот слой, что мы выкопали. Еще до дерна даже не докопал. О, тачка с полметра квадратного. И даже нету этого, то, что надо выкопать. Вот, только до дерна докопал. Надо, походу, идти раздеваться. Голодные уже поверху плавают, ждут.
холодеет. Ты храпишь уже, как старый дед, реально. Ты просто пенсионер какой-то. Ну что за ерунда такая? Дикушка. Как ты так резко постарел, а? А что там стучишь? У нас, походу, косяк. Мы когда делали фундамент, мы там вот здесь положили гильзу для канализации. И, наверное, когда груша ее заливала, наверное, эту, наверное, трубу нашу сбила, потому что за этой деревяшкой должна быть труба. А в итоге за этой деревяшкой бетон. Трубы нет. Косяк. Надо будет сверлить дырку, получается. Ведь и нету трубы. Нету. Если бы бетономешалкой делали, вы бы тихонечко бы эту гильзу не скинули бы. А так получается косячок у нас. Я уже как я только не искал. И топором уже выбивал, и ломиком. Нету нашей трубы. Сложили тут баннеры, сейчас нам сюда гравий привезут, он нам пригодится на подсыпку, на пол, на первый слой наших блоков. Ну все, на сегодня, друзья, мы закончили. Может, работа слабо видная, но зато многозначимая. Теперь у нас в нашем гараже площадь выровнена, хоть завтра заливай черновую стяжку. Но мы не можем ее залить, потому что надо сначала провести воду, потом провести канализацию и провести электрику. И тогда сразу же заливаем. Но зато сейчас можно будет ложить блоки. При этом козлы можно ставить и с левой стороны, и с правой стороны. Ходить удобно. Так что, наверное, в следующем ролике ложим блоки, если не будет дождей. Кладем это у городских. На хуторе ложим. Все утрамбовали. Можно даже теперь наш утепленный цоколь камнем облаживать или обкладывать опять. Можно и в душ. Можно и огород пополивать. Ну, мы сегодня ударно поработали. Валентина валила за двоих мужиков. Я так понял, именно поэтому ты вложила себе три голубца. Я очень люблю голубцы. Ну, не три же. Так, но вот они маленькие. Садись, ладно. Оставишь мне что-то своего одного голубца.
что поработала как мужик, поэтому и ест как мужик. Ну да. А у тебя что, помидоры сдаются? Ты с белого флага понаделывала завязки? Пошли животных выпускать. Пошли. Уже хрюкают, орут, выпустите нас. Ты же на завтра напускаешь воду? Да, каждый день надо поливать теплой водичкой. Товарищи помидоры, когда-нибудь я вас скушаю. Так, пошли со мной. Давай, все, пошли покормлю. Со мной, за мной. Сейчас я вам дам. Давай, все за мной, давай. Давай. Кстати, друзья, о полетах. А вы знаете, что если куда-то надо лететь на самолете, то надо это делать через Aviasales. В Aviasales ежемесячная аудитория 15 миллионов человек. Я знал об этом еще до того, как стать блогером. А вы знали об Aviasales хоть что-нибудь? Aviasales – это помощь по поиску дешевых авиабилетов. А мне вот честно интересно, наша аудитория слышала когда-нибудь об Aviasales? Напишите в комментариях. Я вот, например, себе даже приложение Aviasales закачал на телефон. Только один день лечится, и уже, смотрите, уже за котами пошел, уже ухаживает. Где? Ты выздоравливаешь? Ты выздоравливаешь? Пошли, пошли опять уколы уколем тебя. Пошли. О! Бегает. Пошли. Дик, пошли, пошли. Да. Ему так помогает, что я думаю, можем мне пару уколов его получить. Уколишь мне один раз? Да. И не один. Я рыбьего жира банку бахнул бы. Ну, сколько курс лечения? Вроде бы же 4 дня говорили. 5 дней. 5? Угу. Здесь на 5 дней таблеток и колоть будем 5 дней. Ну, как это тебе и сказали, что результат увидите сразу прям быстро-быстро, да? Ну, да. Пять кубиков. Уже сегодня меньше он лежал. Уколем этот рыбий жир. Кстати, видел последние комментарии. Валентина, ты читал комментарии? Уже писали, что может его клещ укусил. А может вы плохое питание даете одними костями. На самом деле, вот у нас целый день стоит целое ведро собачьего корма этого, с витаминами всякими. Вот только мы его уже, когда выпускаем всех с электропастуха, это ведро убираем тоже домой, потому что белка его сразу съедает. Клещ не мог укусить, потому что мы им давали от клеща специальные таблетки. Нет, так мы сразу же от клеща знаем. У нас вот два мительшнауцера, когда мы жили в деревне, то два мительшнауцера мы возили к врачу, одного не вылечили, не смогли. То есть там сразу же даже мы первые признаки, это надо смотреть десна, что были розовые, не желтые, чтобы моча не было там красная. То есть, ну, мы знаем, что такое клещ. Это уже от старости у него уже опорно-двигательный аппарат, конечно, подводит. Уже дальше его жизнь будет уже на таблетках, как у всех старых людей. Даже я неделю колбасу не ел, а Дик кушает каждый день. Дик, давай быстрее. Болька, Найда, кушать. Или лучше Дику? Не, наверное, Дику. Все-таки Дику. Дик, кушай ты. Ты. Пока Булька с Найдой не съела. Давай.
помните, в прошлом ролике вчера он это кушал лежа. Сейчас уже кушает стоя. Завтра будет в пританцовку кушать. Может, вообще не будет кушать. Ну, конечно, ты такую горькую не буду таблетку есть. Все, таблетки вместе с... Неужели? Я ты не знал, что они так любят рыбы жир, эти собаки. О! Пчелу, что ли? Нет, это не пчела, это овод. Овод, да. Все, уже пошли оводы, друзья, видите? И такие большие, сегодня целый день нас кусают, да. Закусил оводом. Он его не ест, он его убил и все. Да? Угу. Точно. Ну, давай. Молодец, Дик. Дик хорошая собака. Дик не боится боли. Дик не бегемот какой-то. Тихо, 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 Дикушка. Это получается, после, у нас и белка перестала хромать, мы ее вылечили этими, похожие лекарства были, да? Угу. Так, а это внучка. Даже не пискнул ты, Дик, сегодня. Давай ножку свою. Это тут толще иголка, а то может ему больно будет. Нормально. Дик, 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 лежать, 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 Дик, лежать. О, молодец, молодец, лежать, лежать, лежать. Дик, фу, нельзя. Тихо, 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 тихо. Нельзя. Чуть-чуть, Дик, смотри, молодец. Чуть-чуть. Дик. Все, а, все. Все, все, моя ножка, моя ножка. Бегает уже. Найдочка. Найда. Найда. Димка, ты чё? Пошли наших уточек загоним на сажалку. Они еще до сих пор ни разу не были у нас на воде, хотя вот такие вот машины. Один Дик у нее туда с водоплавающей, да, Дик? Как ты себя чувствуешь? Ну-ка, сидеть. Дик, сидеть. Ну ты медленный, я не знаю. В лапу давай. Ох, и медленный ты, старик ты мой. Может, ему правда лет 15? Сколько тебе лет вообще? Седой, как будто старый вообще тень. Уже белка открыла. Так, давай, готовьтесь, ребята. Сидите, у него запоилки. Дик, иди вот сюда. Дик. Так, ребята, купаться. Как хотите купаться? Где остальные? Где остальные? Кстати, один хромать начал. Наверное, ему коза наступила в ногу. Смотрите, как хромает. Быстренько на сажалку все. Ваша нога поломанная, пускай возле сарая сидит. Ну мы посмотрели, скорее всего, бегунки у нас два самца. Уток очень хорошо по голосу определять. Самцы, они так пищат, а самки крякают. Вот они у нас пищат. Кирилл держится. И молчит. Молчит. Думает, не суток, да, хорошо. Давайте быстрее купаться. Ну чё? Я не понимаю, все тут и сидят. Они у нас такие уже дручные. Пендали можно давать его. Давай вперед, ну.
Уже такого корж он не унесет большого. Да, он уже его не поднимет. Так, утки, давайте вы тоже. Вы зимой помните, что лед стоял, они все ходили купаться. Дик, ты хоть не лезь туда. И наши индоутки на льду купались. Сейчас на жаре, когда водичка теплая, боятся. Наверное, может, амуров боятся. Я вот, потому что я не понимаю, почему они не идут на воду. Мне кажется, потому что индоутки не очень любят воду. Так а что зимой ходили, а летом перестали? Ну, намылись уже, накупались. Вымылись так чисто? Да. Давайте, давайте. Утки, плавать. У нас в мае ни разу не шел дождь. Целый месяц без дождя. Трава сохнет, вянет. Первая пошла. Давайте вы тоже покажите пример. Закидывай, закидывай так, просто кидай и все. Ты знаешь, когда закидываешь их по одному, я уже так делала, то у них начинается паника. Надо их все вместе как-то попытаться вот так кучкой закинуть потихоньку. Вот так очень плавать. Не голови этого. Дик, не пускай его. Так, а ну-ка плавать. Куда пошел? Ну, плавать на сажалку. Куда? Ну, быстро. Давайте, давай, пошел. Тонет, тонет. Так, пошел плавать, я сказал. Плавать. Валь, вот эти, вот этих быстрее. Никак. Не покупались ни секунды никто. Домой бегут. Валь, я понял. Уток на хуторе не будет. Хотя вот эти бегунки, они очень любят воду. Да, да все они нормально плавают. Мы же держали все виды уток. Открываешь утром двери сарая, они все бегут на сажалку. И не хотели даже возле дома быть. Правда, амуров боятся. Сохнут. Получается, чтобы приучить уток к пруду, надо их сутки не поить возле сарая, тогда они сами туда побегут. И так же самое амуров. Если хочешь поймать амуров, надо их 3 дня не кормить, тогда тоже поймаешь. Ну так неинтересно же. Thank you.
Нет, чего вы без кондиционера? Надо заправлять. Ой, дико! А что вы тут лопухов купили каких-то? Дикушка! Ой, мальчик. Понимаете, свой целый груз. А что, а, Ваня? Да. Ценнейший. Ценнейший. Закончил высшую академию. На отлично. И перевожу я его к вам уже. Ваня сегодня праздник. Ваня закончил 9 классов. Поздравляю. Экзамен не сдал. Да, Дика? Сейчас, Ваня, тебе как минимум, ты знаешь, поедешь на 5 рыбалок. Дикушка ты моя. Ночевкой будем ночевать. Или... А вы завтра с дедом едете? Да. Жарко так ехать куда-то, я не знаю, что делать. Покажите, что кроме ценного груза есть какой-нибудь неценный? Есть. А? Это у вас для рыбалки, ничего такого интересного нет. Ну почему же нет? Вот. А, это фильтр. Ну вот тебе. В машине наше масло менять. Ну это ладно, поменяем. Надо поменять срочно. Ух ты. О-о-о, спасибо. Молдавская черешня, вкусная, сладкая, сладкая. Спасибо. А еще? Булька довольная, да? Ноль в 20, очень жидкое масло. Булька. Ваня, ты уже большой, взрослый, закончил школу, поэтому мы с мамой решили тебе сделать замечательный сюрприз. Какой? Вот тебе датакабель, блочок для датакабеля и чехол. Хороший подарок. Кабель к телефону. Не, ну, школу закончил, нормально. Я же его купил. Пойдет? Пойдет. Подойдет к своему телефону, посмотри. Поверь. Ну, школу закончил, значит, хороший подарок должен быть. Подходит или нет? Ой. Не подходит? Нет. Ну ничего страшного, все равно нормальный подарок. Так, а деду Ваньке нам надо чертежи поставить, что они тут стоят там. Спасибо. А ты думал что? Ничего. А к этому телефону подойдет? Он твой. Где радость? Я в шоке. Держи, он твой. А какой это телефон? Samsung SSSS. Держи. Ого. Ну все, нормально, школу закончил, все. Праздник у тебя. Большой. Спасибо. Спасибо. Ты все вайбер закачиваешь? Да. Молочко у тещи взяли? Да. Сейчас молоко. Свеженькое уже на обед. Только подарили. В смысле, свеженькое? Ребята, чаем, кофе мы вас угостим, но на ужин вы должны будете сами добыть еду. Сейчас поймаем. Вот именно, пойдем поймаем. Помогайте. Я их сегодня только чуть-чуть травой дал, а комбикорма не дал. О, да не надо кормить. Подписчики пишут, надо на огурец ловить, на виноград, на клевер. Вот сегодня все попробуем. Огурцы есть дома? Да. Вот, попробуем. Ну, есть огурцы, я привез. О, у нас возьмем 3 удочки, ты закинешь, я на кукурузу, ты на огурец, ты на клевер. Кто первый поймает? Мама, конечно, вам сделала борща, но я ей не разрешаю есть. И борща, и голубцов, и какие-то крылышки разморозил. Поехали, Ванька, назад. Нам там условия никто не ставит. Сели, поели. Да и все. Нет, тут в лесу надо выживать. Ты что здесь? Павлины очень любопытные. Такие же, как индюки. Походу, индюк и павлин то же самое. Просто павлин, он разукрашен больше. Просто павлин из Индии, а индюк с Америки. Пап, есть у тебя
удочка с дальним забросом, чтобы катушка такая была закидывать далеко. Есть. Пошли. Только смотри, я вот оставил свою удочку на берегу. Это поплавок. Походу свиньи покусали. Надо аккуратно все это. Пошли попробуем половить. Ваня, пошли рыбу ловить. Он мне помогает салат делать. Валь, ты их балуешь. Мы сейчас наловим амуров много-много. Ну вот когда наловите. Ваня, давай, заканчивай, пошли рыбу ловить. Подписчики сказали, что надо амура ловить на огурца. Вот мы и попробуем это дело. Вот порежем такими кубиками. И вот такое нам будем накалывать на крючок. Привяжем нового поплавка. Джина, сразу договоримся. Твои головы, мое все остальное. Даже не позлизуйся. Мы ловим только амуров, карасиков здесь не будет. Пчелка, отойди хоть ты. Ну, попробуем листики клевера мягенькие. Так их смотаем. Ну, наколем. Слабо, конечно, верится, что он такое будет клевать. Сейчас еще, чтобы крючка не было видно. Оп. Оп. Ну вот, пойдет, да? Так что, клюнула? Пчелка! Пчелка нельзя! Получается, действует, да? На клевер! Не было на крючке ни опарыша, ни кукурузы. У папы пока на огурца ничего. У меня вот, вот тот именно, что я при вас надевал, друзья, вот на него и хапнул. Папа, смотри, смотри, смотри на папу, смотри. Видишь? Пошел. Пчелка! Вот именно на эти клеверы и попался. Сейчас еще раз заброшу. Пап, ну не так, смотри, я взял, ну, взял так. Потом... скрутил так, потом скрутил вот так вот, потом еще раз скрутил, потом все время скрутил, вот. И вот это надеваю уже. А у тебя это и вот так вот, вот это надел, вот так вот. И еще одну. И еще одну точно такую же. Вот ровно по центру они стоят, я их вижу. О, все, подними как раз. Амуры как раз вот плывут под поплавком. И карпы, кои плывут золотые, смотрю, белые, цветные. Это оснастка хороша тем, что не клюнет ни карась, ни карп. Пчелка тихо. Не смог потечь. А пошел поплавок на дно.
Я не дотянула до середины. Наша собачка. Боятся, пылают сразу. Угу. Они у нас очень боязливые. И не голодные. Если хотя бы дня три не поели, то сразу бы взяли бы. Это ходят, улыбаются. Мне кажется, вот тот амур даже вот мне только что средний палец показал. Нет, он тебе сказал, иди коси, стоишь тут. И вот они вот вокруг поплавка, их кишит, а вот даже на метр по куску не подплывают. А вот один подплыл на поверху. Ну, хватайте там оречек. Но поплыли мимо, а? Хорошо, все. На кукурузу. Уговорили, можно кукурузу. О, огурца-то нету. Вот слетел. Сейчас кукурузка еще идет. Ребята. Дождя не будет. Колючки по связке принес, это сорная рыба. Не знаю, почему она у нас живет, еще охраняет, икринки стоит. Их походу ни окунь не ест. Но я думаю, потихонечку окуни, карп их выдушит. Большой карп, он же тоже хищником становится. Когда у нас, значит, будут карпы 2-3 килограммовые, они их съедят.
Две мамаши не могут поделить детей. Белка 2. Что, нету ничего, Злата? Нету. Все ей надо, она все стягивает. Ну что, не клюет? Пойду хотя бы одного почищу. И вот как всегда, одного ловишь, что вчера так было, все перестают клевать. Что сегодня только закинул, сразу поймали амура опять, все остальные перестали клевать. Я вам скажу, рыба, она соображает, она хитрая. Такая же, как и белка. Наши рыбы хитрые. У нас один выход, если хотим... чтобы утки пошли на саженку, надо здесь им воду не наливать. Если хотим, чтобы амуры клевали, надо их не кормить. Будет вкуснятина. Почти все свое. Это с огорода, это с пруда. Вы задрали балку? Конечно. У вас картинный улов. Пять рыбы на суше. Ты еще то не съел. На эти выходные все уйдет. Почему? Мы на выходные блоки будем ложить. И они приедут. Пиво выпить? Да. Тогда другое дело. Поедем рыбачить с Ванькой. Пару часов порыбачим. Так вы же снежок хотели, не поедете снежок? Нет. Когда будем заказывать люк для канализации, гаражу надо будет и сюда заказать. Вот посмотрите, какие люки. Написано 1,5 тонны. Одним колесом вот так вот я проехал, Вольву поставил, чтобы помыть, и проломился. В Советском Союзе люки делали чугунные. До сих пор те люки чугунные служат людям. А эти пластиковые, резиновые. Вроде бы раньше доезжал машиной, и все было нормально, а сейчас походу... Пару лет полежало от солнца, от снега, и он уже не то. Вот так вот кормишь их два раза в день. А где ты им не дашь, этим амурам? Им здесь, кроме песка, кушать в этом пруду больше нечего. Опять им вот, утром опять надо будет косить. А вообще один амур на ужин самое то.
Два бы не съели бы, не вместили. А так свеженький аж таял во рту. Пчелка не разбежали сразу. Найда. Найдочка. Найда. Ты умница. Найда. Ну все, друзья, всем пока. Пока-пока. Я устал, я даже не знаю, что у меня больше болит, ноги или голова. Пошел я монтировать, с такой головой иду монтировать. Пока-пока. До свидания. Thank you.